Обломов. Часть третья. Глава четвертая. Краткое содержание. Обломов все-таки переезжает к куме Тарантьева. Женщина заботится о нем и его спокойной жизни и быте. Илья Ильич, наконец, отправляет письмо старости. Их встречи с Ольгой Сергеевной продолжаются. Он даже был приглашен в ложу Ильинских в театре. В один из дней Захар спрашивает, нашел ли Обломов квартиру и скоро ли будет свадьба. Илья удивлен. Откуда слуга может знать об отношениях с Ольгой Сергеевной? На что Захар отвечает, что об этом давно говорит прислуга Ильинских. Обломов заверяет Захара, что это неправда, объяснив, как это хлопотно и затратно. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.